Тоже достопримечательности. Кого-то съели. Красотень. Летит когда-то, как вот эти камни. Вот здесь уж деревья выросли. Приплыли. Вот какая стенка пигматит. Ну, собственно, вот это жило. Которую года 3 назад подсек. Кто-то тут уже лазил. В чем я, конечно, не сомневался. Как выложишь в интернет. Интернет так все поперли. Выбрали тут место одно. Ну, оборзел этот гнус уже. Катишься и до самого. Ну вот, видно, слюда. Пигматит. Ну и шпат вот. Шпат вот этот неплохой.
Ну, а судя по людей, шпат такой неплохой. Круплоблочный пошел. Копать бы здесь надо, конечно, вглубь. Не то место, чтобы копать. Вот она. Вот она пошла, слюдка. Вот она, слюдка пошла. Вот она, черемуха. Вот. О, какие перья. Вот надо найти место, где очень много слюды. Вот она тут что-то границы тяготеет. Вон она. Черемуха. Здесь вроде и больше. Шматками какими, кто знает. Но это немножко не такая вот темненькая. Лепидолит нужен, по идее, это фиолетовый. Пудов. Это тоже, скорее всего, лепидолит. Но немножко он серебристый, такой жемчужный. Ну ладно, отодвину и пойду в другое место. О, Шерл какой тут. В общем, тут хрен и знать, что будет.
Тут лимонит еще проходит. Вон какой ослепительно белый, разрушенный пигматит. А какой шпат оттуда прет, смотрите. Крупноплодный, крупноплочный. Уже все заговорился. А здесь вон видно даже следа. Халцедон, так называемый икринный камень. Ну вот, его вымыть, симпатичный образец будет. Вау! Вау! Вот это нормально блестит как. Блестит. Сейчас немножко перекурим. Халцедон, он же икринный камень в простонародье. Ну, вот этот поблескивает хорошо. Вау, выкатился. Выкатился. Какой симпатюля кусочек, а? Вот это да. Да, поцарапал я его. Не надо было так поступать. Так, перекур. Да хватит вам гудеть.
Ну вот неплохой образец, но тащить как его. Вот она, черемуха. Вот что мне хотелось найти, то я и нашел. Халцедончик.